Здравствуйте, в эфире «Вести Чувашия», в студии Елена Михайлова. По данным Росстата, туристический поток в нашей стране в прошлом году вырос почти на 20%. Чувашию посетили более 700 тысяч человек. Как будет развиваться эта перспективная отрасль в дальнейшем, сегодня узнаем у Аллы Салаевой. Она входит в состав Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Алла Леонидовна, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Комитет по туризму был создан совсем недавно. В этом созыве. Да, действительно, комитет по туризму в Государственной Думе был создан только вот здесь, в 8-м созыве. Я очень рада, что зашла именно в этот комитет, потому что выбор был, и мы принимали решение, с Олегом Алексеевичем консультировались, с нашим главой, так, чтобы от работы была практическая польза, и мы видим результаты. Прошло достаточно немного времени, и для всей страны стало очевидно, что туризм – это реальная отрасль экономики. Она за собой ведет развитие смежных профессий. Для нас, как для Чувашии, это очень важно, потому что мы находимся в очень удачном географическом расположении, в транспортной логистике, это М7, М12, которая сейчас открывается, и Волга наша, Великая Матушка, и все это железнодорожные, самолеты, все это показывает о том, что у нас созданы все условия для того, чтобы туристы ехали, а через это развивалась наша республика, наши Чебоксары, наши малые города. А детский туризм? У нас в комитете 12 человек, депутатов, и у каждого есть свое направление, которое он курирует. Я за собой, как экс-министр образования, и мы очень много этим занимались здесь, в республике, конечно, оставила и возглавила рабочую группу именно по детскому туризму. В нее входят представители федеральных органов власти, все, кто занимается, и через кого идет финансирование детских путешествий. Это руководители туристических направлений регионов, которые показывают и дают свои практики, выходят на нашу рабочую группу со своими вопросами, предложениями. Также руководители крупных музеев, таких как Третьяковская галерея, кто принимает наибольшее количество детей. И вот мы создали такую очень хорошую рабочую группу, где есть также туроператоры, которые занимаются организацией. Вот все, кто вокруг ребенка, который в нашей стране хочет путешествовать и вообще путешествует, все озвучивают свои проблемы, свои вопросы. По итогам рабочей группы мы очень быстро готовим различные рекомендации, которые уходят или в органы исполнительной власти для рассмотрения, для принятия оперативно тех или иных решений. Но основа, конечно, предложений входит сегодня в новый закон о туризме, над которым идет очень серьезная и кропотливая работа нашим комитетом вместе с правительством России. Тут планируем уже новый закон именно о туризме, потому что закон о туризме Российской Федерации не менялся с 1996 года, а туризм тогда и сегодня – это совершенно разное. И отдельный раздел будет посвящен детскому туризму. Я очень рада, что участвую в процессе создания этого закона, именно с точки зрения организации детского туризма в нашей стране. Готовится туристическая стратегия развития региона. От дискуссии перешли к решению проблемных вопросов. Как проходит эта работа? Хочу обратить внимание на Волгу, на развитие наших малых городов. Волга, путешествия и межрегиональные маршруты, которые мы запустили с вами в прошлом году, Чебоксары, Казань. Что за этим идет? За этим идет остановка в Мариинском Посаде, остановка в Козловке. Жителям это очень важно. Почему? Музеи увеличивают количество посещений, которые находятся на берегу. Набережные, которые сегодня проектируются, реконструируются, они в любом случае будут как конфетки, и мы видим, как изменился Мариинский Посад. Это место, куда люди, живущие в Мариинском Посаде, когда заходит теплоход, у них появляется возможность и продажи ягод, рыбы волжской. Это тоже, да, в масштабах, может быть, большой экономики это не столь существенно, но в масштабах города, небольшого, малого, исторического, на берегу Волги, это, конечно, источник для развития малого предпринимательства, для того, чтобы упаковывать свою сувенирную продукцию. И это все покупается, и это тоже дополнительная экономика. Я уж не говорю про кафе, которое со временем появится. То есть появление причала, благоустроенной набережной, вот на примере, например, Козловки, она сразу за собой повлечет развитие и ресторанов, и кафе, и музеев, народных промыслов, потому что это все, конечно, покупается. Количество сегодня путешественников, которые останавливаются в малых городах и пользуются, и открывают для себя города через нашу великую реку Волгу, а оно с каждым годом набирает обороты, и мы видим цифры. Алла Леонидовна, поговорим про Сурский рубеж.
проведена масштабная работа. А есть продолжение? Расскажите. Действительно, Сурский рубеж – это первый открытый в России мемориал труженикам тыла. Это мемориал, который показывает о роли терпеливой женщины, которые делали все для того, чтобы помочь своим мужчинам, которые защищали свою страну тогда. Сегодня история повторяется с точки зрения наших женщин, которые помогают ребятам и вяжут сетки, собирают помощь, носки, мы собираем лекарства. Вот сегодня вся страна, как отмечается, переживает период нравственной вот этой ценности, нравственной перезагрузки, когда для нас какие-то такие недуховные вещи, они отошли на второй план, потому что вся страна смобилизовалась. А Сурский рубеж и открытие этого мемориала, ведь это оттуда, из истории, аналогичный пример, который вдохновил и пока показал силу нашего русского народа. Открылся музей буквально не так давно, в годовщину, да, Сурского рубежа, новый музей. И если привязывать это все к туристической привлекательности и посмотрим сверху, мы увидим МСИ, мы увидим автобусы, которые уже начинают заезжать организованно, мы видим школьников из соседних регионов, которые приезжают посетить наш мемориал. И здесь важно, вот по принципу развития, опять же, малых городов и экономики, как вы вопросы задаете, максимально удержать людей. Просто приехать на мемориал, возложить цветы – это отдать дань памяти. А если ты зайдешь в музей, возьмешь сувенирку, это уже дополнительное развитие, в том числе и наших музеев, которые создают и за счет этого будут расширять свою экспозицию. Но буквально в некотором отдалении находится набережная Козловки. И создание причала, выход путешественников по Волге на берег Козловки, их следующий шаг – посещение этого же мемориала. Туризм – это точка роста, безусловно. Алла Леонидовна, вы активно ведете работу с обращениями и в муниципалитетах региона, и в социальных сетях. Какие самые главные вопросы задают? Давайте я вот так спрошу. Хорошо. Да. Елена, спасибо вам большое за вопрос, потому что это для меня очень важно. И как человек, который около 20 лет проработал в органах исполнительной власти, я привыкла, чтобы у моей работы был ощутимый практический результат. Достаточно сложно было перестроиться, уйдя от того, что ресурсы и обращения, потому что когда ты работаешь вице-мэром, ты точно знаешь, что в какой школе, что необходимо отремонтировать, что какая ситуация в детском саду, и находишься в постоянном диалоге, решаешь, формируешь бюджет, видишь результаты, и от этого получаешь внутреннее удовлетворение. Работая в правительстве под руководством Олега Алексеевича, аналогично у нас было в социальном блоке, уж как министр образования, тем более, когда появилась программа по модернизации наших школ, и она была разработана нашей командой. Конечно, когда школы стали меняться, ты этот результат чувствуешь. И вот перейдя на работу в Государственную Думу, для меня это очень важно, чтобы я могла что-то сделать, у чего есть еще и прикладной характер. Не только законодательная работа, а люди проголосовали. Я же каждый год и в рамках региональных недель обязательно посещаю каждый муниципалитет. И это же обратная связь с людьми, которые, ну, по большому счету, доверили себя мне, чтобы я представляла их интересы. Это же в глаза надо смотреть. И наша история про такого народного действительно депутата в том, что постоянные обращения, постоянные встречи, мы проводим общественные приемные, работают везде, в каждом муниципалитете у нас, в каждом районе республики. Если проанализировать этот год, ну, больше 900 обращений точно было. И здесь следующий момент – это качество. Вот с какими вопросами обращаются? Есть, сейчас же Новый год наступил, 2024, а в преддверии Нового года как раз мы делали и отвечали на письма ребятишек, мам, которые писали запросы, рассказывали, какие достижения у ребят. И есть очень честные письма и обращения, прям вот хочется помочь. Например, мы вручили замечательные подарки семье Любимовых из Чебоксар. Шарик я сняла с «Елки желаний». Но до этого, конечно, мы посмотрели и другие обращения. 5 детей.
подкупила и захотелось ребятам помочь, потому что для старших детей попросили костюм Деда Мороза и Снегурочки. Я, конечно, поняла, что они нужны, потому что маленькие подрастают. И старшие дети, они хотят баловать маленьких и сыграть эту роль, чтобы маленькие тоже верили в чудеса. Или мы там коляску подарили для близнецов. Я понимаю, это сложно. Молодая семья, муж на СВО. И такой абсолютно жизненный момент, как коляска для близнецов. Но это действительно реальная помощь. Во время было много обращений от жен. Кто здесь? А ребята и мужья находятся на передовой. Конечно, помогали. К 1 сентября собирали. И отдельно встречались. Лично сопровождали. Вы знаете, даже обращения были с точки зрения ремонта санузла, там, потому что женщина одна, дети, и действительно надо было помочь на этом этапе. Вопросы разные, и с точки зрения продления вот недавнего маршрута автобуса, чтобы он заезжал в Лапсары. Но я-то понимаю, что это действительно важно. Прожив и проработав здесь, и все понимая это изнутри, мне же не надо долго объяснять о том, что куда автобус, где, да? Ну, то есть нет вот этой оторванности. И наоборот, есть полное погружение, и, конечно, хочется помочь. И сейчас, пользуясь интервью с вами, хочу прям вот подчеркнуть. Один человек не может ничего решить. И я очень благодарна тому, что по решению Олега Алексеевича мы входим в расширенное правительство, и у меня есть возможность активно участвовать именно в рабочем формате нашего кабинета министров и правительства. И все, без исключения, Министерство образования, Министерство культуры, Министерство транспорта, строительства, муниципалитета, мы всегда вместе. Вот прием идет, если вопрос касается того или иного муниципалитета, то обязательно со мной на приеме участвует глава администрации или его заместители по этому направлению. И вот когда все вместе, и понимаешь, как работает эта система, кому необходимо обратиться, и получается, что и решаются. Вот, например, тоже из таких хороших прям вот решений прошлого года два момента. Это шестая школа в Шумерле. Мы с нее вообще начинали программу модернизации. И все никак, вот сколько времени не могли завершить благоустройство, завершают. Вот в декабре, в январе, вот 24-го года, сейчас, они точно должны завершить, и всю территорию по школе вопрос закрыт. И в Урнарах пришел директор на прием вместе с руководителем родительского комитета, с отцом второй школы. Это самая большая школа в Урнарском районе. Тоже, ну, получилось так, что они вошли в программу по территории. И спасибо главе и нашему министру, вице-премьеру, министру финансов Михаилу Геннадьевичу Ноздрякову, которые подтвердили, что деньги 26 миллионов на эту школу в законе о бюджете стоят. Невозможно это решить, если не все вместе. А это единая линия, генеральная линия, и поэтому вот получаются такие результаты. Алла Леонидовна, мы благодарим вас, что вы нашли время и ответили на наши вопросы. Елена, спасибо вам большое. С радостью. Надеюсь, что наша встреча была также интересна и зрителям. Спасибо. Спасибо.